Да обычный пацан, учился в 10 Б. С таких кадров начинается социальный ролик, посвященный такому противоправному явлению, как Колумбайн. Колумбайн – это массовое убийство учащихся и персонала образовательных организаций, которые можно квалифицировать как преступление по статье «Убийство» или «Террористический акт», если оно совершено с использованием самодельных взрывных устройств. Нарицательное наименование «Колумбайн» получил от школы в США, где 20 апреля 1999 года двое подростков, 13 учеников убили. Владислав Красинский, заместитель руководителя аппарата антитеррористической комиссии Московской области. Он же автор сценария этого ролика. Он рождался от того, что эта проблема все больше и больше захватывает, к сожалению, нашу российскую действительность. Если раньше мы только читали, там, по телевизору смотрели, в интернете видели про нападения и массовые убийства в американских школах, и это казалось чем-то абстрактным, отвлеченным, то, к сожалению, с 2014 года в Москве это был случай, потом наша Ивантеевка, и потом каждый год все больше и больше. У нас с 2017 по 2019 годы зафиксирован двукратный рост вооруженных нападений на учащихся и персонал учебных заведений. Мы хотели, с одной стороны, показать это глазами школьников, да, потому что вот они видят своего сверстника, там, девушку-сверстницу, которая рассказывает о чем-то. И вначале непонятно, о чем идет речь. То есть она говорит о каком-то парне, над которым, да, где-то там издевались, где-то там он не находил понимания, там был там сам по себе и в изоляции какой-то находился. И потом все это заканчивается совершенно нетривиально, да, человек берет оружие, приходит в школу и просто убивает всех подряд. И в результате там наша героиня стала инвалидом, да, вот она сидит в инвалидной коляске. А потом, чтобы можно было сделать вывод, что смотрите, как далеко все это зайдет. Ролик снимался в Красногорске в гимназии номер 6. На роли учеников были приглашены участники КВН-команды «Шестеренки». Операторскую работу и монтаж ролика осуществил сотрудник телекомпании «Вечерний Дмитров» Сергей Димаков, опытный оператор с 20-летним стажем. По словам Сергея, атмосфера на съемочной площадке была по-настоящему творческой. На самом деле я всегда хотел снимать социальные ролики. Это была моя мечта. Я очень рад, что попал к талантливым ребятам, что я повстречался с антитеррористической комиссией. Мы очень здорово вместе поработали. Ролик размещен на YouTube, его посмотрело большое количество человек, и это на самом деле здорово. Создание подобных видеороликов проходит в рамках проекта, который реализуется в аппарате антитеррористической комиссии Московской области. Проект этот направлен на работу с молодежью. На сегодняшний день уже отснято 9 социальных роликов, один из которых был готов к 75-летию Победы, посвящен противодействию идеологии нацизма.